Карта туристической доступности для маломобильных граждан заработала в Нижнем Новгороде. Идея создания такой карты была высказана год назад на первом нижегородском хакатоне. Волонтерам, которые принимали участие в ее создании и оценивали объекты с точки зрения доступности для людей с ограниченными возможностями, в мэрии были вручены ценные призы. Все районы Нижнего Новгорода были задействованы, были назначены кураторы. Всего 272 волонтера у нас с победы приняло участие в данном мониторинге. Для ребят, знаете, что самое главное, это то, что они принесли конкретную значимую пользу для нашего региона, для нашего города. Проект, на самом деле, настолько искренний, настолько нужный и правильный проект, что я более чем уверен, что здесь и присутствуют партнеры. Я думаю, все мы его поддержим, что он нужен не только нашему городу, но и нужен всей стране. Поэтому я верю в то, что он реализуется и принесет действительно огромную пользу всем жителям. Сейчас реализован информационный портал, где внесена информация об объектах доступности по итогам оценки мониторинга, предложение для iOS. Сейчас мы прошли первый этап оценки доступности. Мы запустим ее в открытый доступ для того, чтобы все желающие, не только туристы, но и жители могли с ней поработать, посмотреть на результаты оценки. Мы сформируем рекомендательные письма для руководителей организаций, которые вошли в мониторинг, и отправим в их сторону рекомендации с тем, что можно улучшить для повышения доступности учреждения или организации.